Здравствуйте, мои зрители! Сегодня в видео я вам расскажу, как сделать клей из подручных материалов. Что нам для этого нужно? Банка, в которой будет это все мешаться. Бензин, слил чуть-чуть с машины. Гвоздик, ну или какая-нибудь палочка, которой будем все перемешивать. И пенопласт, обычный пенопласт. Значит, берем баночку, наливаем туда бензина, бензин 95, если это играет роль. Грамм 50 бензина налили и начинаем ломать пенопласт и просто туда кидать. Как мы видим, пенопласт шипит и тает. Просто тает. Пенопласт как бы не проблема сейчас найти. Любая техника. Все сейчас упаковывается в пенопласт. Я думаю, не составит труда найти бензин и пенопласт. Клей на солнце высыхает и превращается в стекло. Ну, может, еще не каждый пенопласт подходит, потому что я когда-то делал, клей собирается в кучу вокруг гвоздя и не хочет потом размазываться. Как мы видим, пенопласта уходит много. Как мы видим, пенопласт полностью растворился в бензине. Давайте помешаем. Получилась вот такая субстанция. Остатки бензина можно слить, либо еще закинуть пенопласта, если вам нужно больше клея. Видите? Ну, теперь вот этим можно намазывать шифер, если в нем имеется отверстие, трещины замазывать можно. Можно еще применить в различных каких-нибудь проблемных местах, например, треснуло какое-нибудь пластиковое ведро, наложить латочку снизу и сверху намазать вот этим вот клеем. Ну что, пойдемте что-нибудь заклеим. Вот мы видим, что получилось. Вот такая вот масса, она равномерно распределилась по дну, это самое важное, а не чтобы она в кучу собралась вокруг гвоздя. Вот набираем небольшое количество, наматываем на гвозди, и вот у нас такое вот отверстие, по которому может забегать вода в дом. Ну, и начинаем это дело мазать. Вот и все. Теперь оно высохнет, и вода в дом не попадет. Или вот образовалась вот такая вот трещинка от гвоздя. Тоже наносим клей. Нужно даже его обезжиривать. Он хорошо прилипает к пыляке. Видите, он как тянется, как резиновый клей, когда он высыхает. Ну все, он равномерно распределился, подсохнет, чуть-чуть увеличится, заполнит, если где-то что-то осталось, трещинка. Бывает, что вода просачивается в трещинки, там, где было когда-то замазано смолой. Берем вот так по шву, промазываем равномерно. Можно взять кисточку для удобства. Ну, под рукой ее не оказалось, конечно. Вот так все промазываем быстренько. Оно просачивается в трещинки.
и гарантированно крыша в этом месте уже не потечет, если по ней никто не будет ходить, танцевать. Ну все, через 12 часов ваша крыша уже готова принимать дождь. Если у нас отверстия вот такие вот большие, то есть вот способ их тоже локализовать. Намазываем. Видите, как он равномерно ложится у нас. Уже как бы не будет течь. Ну, клей под силой тяжести может, конечно, провалиться в отверстие. Если образуется новое. Берем стеклоткань вот такую вот обычную, кусочек отрезаем. И равномерно возле отверстия распределяем. Прижимаем слегка, чтобы выдавить остатки клея. А теперь просто еще раз промазываем нашим клеем. Все, теперь крыша в этом месте гарантированно не потечет. Давайте проверим, что получилось. Вот оно высохло у нас, ну, где-то за 12 часов получилось стекло твердое. Вот такой вот клей получился бюджетный. Бензин, пенопласт и все, и ваша крыша не течет. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные какие-нибудь видео. Кто досмотрел до конца, спасибо, всем пока!